Всем привет! Вы на канале Тыков КТВ. Сегодня есть мое видео, которое, ну, мне очень захотелось снять. Это, наверное, сейчас очень популярное видео, ну, по крайней мере, я очень часто это встречаю. Челлендж 24 часа. Кто-то снимает там 24 часа, например, не знаю, там, ну, для примера, 24 часа в каком-нибудь, не знаю, здании, у кого-то в гостях даже, может быть. А я решила снять 24 часа в моем домике. Сейчас время где-то, ну, 4 часа, уже скоро 4 часа, в принципе, будет. Короче, 3 часа. Эх, долго мне сидеть. Но я не буду сейчас сидеть. Я сяду, наверное, где-то в 5 часов, да? Да, я в 5 часов сяду. И уже буду проводить 24 часа челлендж. И каждый час я буду вот так вот показывать. То есть я буду с вами болтать, там буду говорить что-то о доме и о моих планах на, можно сказать, ну не на лето, на оставшееся лето. И вообще про вот этот дом весь. Да... Надеюсь, будет интересно. Я запаслась едой. Тут у меня в моей штучке сладости всякие. Вода у меня вон там, где куклы. Я ее не буду показывать, это еще разолью. Конечно же, я запаслась, можно сказать, наушники взяла. Так, я взяла наушники, чтобы я смотрела всякие видео свои. Конечно же, мой, ну, телефон. И еще. Я вообще, я же говорю, я не буду выходить, честно, я вам клянусь. Поэтому я взяла фонарик, чтобы когда стемнело, было светло. С моим любимым фонариком. Вот он розовенький, так красивенький. Свечки, если вы хотите знать, например, где я покупала свечки, или для примера, где я покупала фонарик. Фонарик я купила в магазине Аби. Там вы можете купить такие же, может быть, даже больше есть, я видела. Я просто такую купила, потому что другого я не нашла, честно. А мне очень хотелось фонарик свой. Там бывают цвета белые, черные, каких только не бывает. Фиолетовые я видела. А свечка у меня как раз фиолетового цвета. Я хотела розовые свечки, но что-то не нашла. А свечки я купила в магазине Икея. Ну, в Икее тоже продаются вроде такие фонарики. Да, продаются, я помню. А вот по поводу свечек, что они продаются в Аби, я не помню, вроде не продаются. Но, в принципе, это все гармонично смотрится у вас. Свечка. Сейчас поставлю. Опа, извините, поставила. И чтобы мне не было скучно, я взяла моих куколок. Я взяла, значит, каких кукол? Торочку. Обзор на мою куклу Тору. Вы можете посмотреть на моем канале, на моем видео. Кстати, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если вам нравятся такие идеи, как челленджи всякие, там 24 часа. Если вам нравятся мои куколки, очки-милашки. Так, ладно. Еще у меня есть кукла Маус Седес Кинг. Обзор на нее я тоже делала на своем канале, посмотрите. Такая вот милашка. Привет! Если вам она нравится, тоже ставьте лайк. Так, сейчас кто-то... Ой. А есть еще у меня такая кукла, на нее обзор я не делала, потому что мне еще ее в детстве подарили. Это Марисоль какая-то, не знаю, как ее зовут. Она мне просто нравится, потому что у нее такая милая кофта. Ложу. Если вы услышите посторонние звуки, то это ничего страшного, потому что я на даче, у меня соседи есть. Как у других, наверное. О, не знаю. Еще может мой Яша кричать попугай. Если вам интересно, сколько времени, насколько я тут сейчас сижу. Вот. Так, все правильно? Да, все правильно. Так, вот. И я, наверное, где-то вот... В 5, вот, сейчас, в 5 примерно, опять с вами буду, я покажусь. Так, и сейчас я удалюсь, ну, на некоторое время у меня просто дела, мне же надо запастись как бы на 24 часа. Знаете, во сколько я уйду? Ложусь я спать, не знаю, блин, ну, придется попозже сегодня. Значит, смотрите. Когда будет стрелка на 12, большая
стрелка на 12 будет, то тогда я уйду. И я, правда, не буду выходить. Клянусь, я прям вот... О, клянусь, правда, не уйду. Кстати, у меня новый браслетик. Если что, я сама все снимаю, как бы тут никого нет, я одна провожу время. Вот видите, все, пусто, пусто. Вот-то. Я даже вам покажу все. Ой, извините. Вот вы как раз посмотрели, что наверху ничего нету. Вот рядом со мной нет, никого нет. Ну то, что тут кроме меня никто и не помещается. Ну, как бы тут и никто не заходит, кроме меня, потому что это же мой домик все же. Ну, вы поняли, так, сейчас я поправлю камеру мою. О, телефон. Из развлечений у меня тут будут куклы. Я могу поиграть с ними, если я захочу. Еще я могу покушать. А остальное время, наверное, буду как раз снимать видео, рассказывать вам о моих планах или смотреть что-то в Ютубе. Ну, вы понимаете. А когда будет темно, я обязательно зажгу эту свечку. Спички, они у меня внизу, вон там, под столом. Там. Но если вы как бы хотите зажечь в таком игрушечном доме свечу, то я не советую, я-то уже как бы уже взрослая, мне уже как бы разрешают, но пользоваться я, если что, вам не советую. Я сама рискую, я ни разу не включала эту свечку как бы в доме этом. В моем мини-дачном домике. Кстати, обзор моего мини-дачного домика смотрите на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, тогда вы будете узнавать много моих видео. Короче, вы будете знать о всех моих новинках и всех моих видео. И, кстати, обзор уже сделан на мой домик внутри, а снаружи я сделаю как раз, наверное, сегодня. Я, наверное, вылезу. Короче, когда я буду в 5 заходить в мой дом, 5 часов, тогда я и сделаю обзор на внешний мой дом. Хорошо? А то вам, наверное, интересно узнать. Ну, дом обычно, он у меня рваненький такой весь. Ну, правда, извините, что он рваный, но, блин, ну сколько ему лет? 9 лет. Ладно, давайте включимся тогда в 5. Всем пока, увидимся. Всем привет. И я обещала, что я, ну, буду снимать в 5. Ой, ну из-за обстоятельств у меня получилось, что 7. Да, самое неприятное, но, ну, как бы вы понимаете, у меня просто были обстоятельства. И я вам обещала показать мой дом снаружи. Я не знаю, получится у меня это или нет, так как я уже залезла. Ладно, давайте я вам сейчас быстро покажу. Скажу, дом будет не очень хороший, но ничего страшного. Потом вас ждет сюрприз. Я вам покажу мою покупку. Так, я вам ее покажу. И, наверное, сейчас 7 часов. Да. Я, наверное, включусь где-то через 2 часа. Или через час, я не знаю. Ну, где-то примерно так. Давайте лучше вам в конце видео покажу обзор моего дома, ладно? Включусь я попозже, но я буду почти каждый час включаться. Вот сейчас я вам покажу на часах. Сколько время? Ой. Вот. Видите, сколько время? Да. Вот. Часики я взяла. Не бойтесь. Если вы смотрели начало, то я вам уже показываю все. Сейчас я поставлю камеру, а то ее в руках держу просто. Обзор с внешней стороны я вам, правда, сделаю. Только в конце видео, хорошо? Я вам буду... Вот так вот себя снимать. Каждый час там что-то буду говорить. Вообще, мне уже страшно. Даже ночью буду тут сидеть. А вам не страшно? Мне жутко. И для того, чтобы я вам кое-что показала, что я купила, мне понадобятся ножнички. Да, ножницы. Так, сейчас я поставлю камеру. И буду уже начинать челлендж. 24 часа. Так, теперь я вам хочу показать то, что я приобрела. Я вот думаю, наверное, мне придется еще на один раз отлучиться из домика. Ну, на один раз, может быть, на часик. Но я же все равно буду же в этом доме сидеть. То есть я же не нарушила правила. Я же как бы проведу время-то в нем много. Вообще максимум
честно вам признаюсь, никому не говорила. Я провожу в этом домике, ну, где-то час. Это максимум час. Но теперь я проведу почти что несколько часов. Ну, не знаю, ну, 3-4. Я не знаю, сколько я часов проведу. И теперь я вам покажу то, что я приобрела. Па-да-па-да-да-дам-па-дам. Цветы из пайеток. Это набор. Цветы из пайеток. Я очень обожаю такие всякие творческие штучки. Вот. И помните, я вам показывала... Сейчас, достану. Вот такой вот цветок, вот, который сделает яркие георгиды. Вот они тут есть. Сейчас я вам покажу. Вот, это яркие георгины. Вот они. Так, ну, горшочек я не раскрашивала, потому что у меня просто красок тут особо нету. Я решила не раскрашивать. Так, и вот, если вам интересно, какая была упаковка у ярких георгин. Вот. А это чем-то отличается. Ой, извините, сейчас. Вот, это чем-то отличается. Не знаю, чем, но... Она как-то странная, не знаю, почему. Ну, какая-то она голубая, и вот тут такие вот фиолетовые штуки. Вот. Давайте сейчас я с вами распакую ее ножницами. Ай-яй-яй. Я ее распакую. Я вам покажу, что, какой я цветок выбрала, но почему-то здесь его нету. Только тут вот написано. Это цветок розы. Вот, читайте. Розы. И они вот такие красивые будут. Вот, в магазине еще был вот такой вот аленький, видите, аленький цветочек. Но я его не захотела, потому что, ну, как бы один только цветок. Зачем? То есть, как бы только ради... я буду покупать только один цветок. Если тут роз несколько, ну, как тут изображено, как бы мне один цветочек не нужен. И сейчас я его распакую. Сейчас я вам покажу, когда распакую. Так, вот, я открываю аккуратненько. Снимаю упаковочку. Я ее до конца снимать не буду, а то коробка испачкается, а мне коробочка нужна. Там будут храниться вот эти всякие цветы, там пайетки. Сейчас я это... Ой, я рву все, блин, прям... Так, ну, без ножниц не обойтись мне. Поэтому я сейчас чик-чик сделаю и чик-чик. Ой, чик. Так. Сейчас я ножницы положу там, где мои куколки. Так, сейчас. И открываем момент истины. Открываем. И что там внутри? Что там? Ой. И там внутри... Вау! Пайеточки такие вот, красные. Круто! Зеленые пайетки для лепестков, а красные это, наверное, для самих роз. Так, вот, я вам показываю, вот. А вот такие вот красные. Здорово. Так, что тут еще есть? Вот еще для лепестков. Еще для роз. Как тут много всего. Еще для лепестков? Зачем так много? И еще для чего? Так, еще. Последний пакет, он упал. Неудивительно. Для роз? Что? И что, так много будет? И пряжа. Что тут есть еще у нас? Тут есть еще у нас самая полезная вещь в мире. Инструкция. Пра-па-пам. Пра-па-па-пам. Ой, дайте я хотя бы посмотрю, как эти розы будут выглядеть. Все, я поняла. Так, ну, ой, мамочки. Блин, это сложно. Но я попробую. Кто же меня останавливает? Вот. Инструкция. Да, я знаю, выглядит это, конечно, очень странно. Не, ну я думаю, я справлюсь. По крайней мере, я так думаю. Ну, а как гипс делаем? Я это знаю, как делать гипс. Так, ну там вот еще, я не знаю, там... А, там... Сейчас я вам еще покажу там, что есть. И тут прилично, даже скажу, немножко тяжелая. Ой, леска. Знаете, сколько метров? 40 метров.
А зачем мне столько 40 метров? То есть, как бы, на вот такой вот цветочек он будет, наверное, немножко больше моих георгин. И мне нужно 40 метров? Кошмар. Не, ну вообще, я, в принципе, думаю, нормально будет. Ну, я сейчас еще инструкцию посмотрю. Ну, в принципе, так, как я и ожидала. Вот, типа, мы из вот этого всего плетем, все как-то заворачиваем. Ну, я так и думала, потому что я видела саму форму, вот как делается лепесток. То есть я думала, что лепесток, вот смотрите, сейчас я вам покажу, будет заворачиваться. Вот. Видите, вот он как кружком идет, вон круг делается. Я так и думала. Не знаю почему. Ладно, сейчас я уберу все со стола и покажу, что же я еще тут буду делать. Я же не буду тут как бы просто сидеть вот так вот. Раз, час прошел, два, час. Нет, конечно же, сейчас вам покажу. Так, вот, я убрала мой набор. Пусть он пока будет стоять сейчас. Я вот эту вот упаковочку уберу. Если вы хотите узнать содержимое этой коробочки, ну, вот тут написано, я сейчас почитаю, вот что в этой коробке было до того, как я сделала цветы. Сейчас. Так, пайетки, пряжа, проволока, гипс, форма для подставки, инструкции. Ну, то есть то же самое, что и тут. Нам это не интересно. Выкидываем в окно мою. Сейчас вам покажу, куда я это выкинула. В окошко выкинула. Вот. Сейчас я достану. Вот. Выкинула. Все. Прощайте. Мои георгины. Точнее, упаковка их. Так. Сейчас посмотрим, сколько время. Давайте. Возьмем часики. Я так держу, надеюсь. Да. Видно, да? Да, надеюсь. Вообще, время сейчас я смотрю. На часах. Так, время. 19:50. Тут и 50. Да, 53. Тут, наверное, тут немножко, я вам правду скажу, тут они немножко отстают. Поэтому тут и отстают. Наоборот, спешат. Или отстают? Да, они спешат. Поэтому, если что, если он показывает вам какое-то другое время, то вы пишите в комментариях, какое время тут. Ну вот. Я посмотрела. Они спешат. Ну, на них где-то примерно показано, что ли, 53, там 57. А на самом деле 9:43. Они спешат. Ну, я уже знаю, насколько они спешат, поэтому я знаю, сколько примерно времени. Поэтому, чтобы вы мне не поправляли, что сейчас столько времени, что они не спешат, а наоборот отстают, я знаю, сколько времени. Знаю. Правда. Так, ладно, часы мы уберем. Сейчас я их поставлю рядышком. Так, сейчас я вам расскажу, что я буду еще тут делать. Да, я буду сейчас играть с куклами. Это, наверное, займет несколько часов, но я сейчас не буду играть с куклами. Знаете почему? Дело в том, что я вам заранее сказала, что я должна буду удалиться. Жалко. Ну, блин, наверное, кто-то скажет, что ты, типа, нарушила правила, ты вышла. Но, простите, мне это надо было. Как бы это такая нужная мера. Поэтому я и выйду. Ну, не бойтесь, я же все же буду, как бы, ну, проводить этот челлендж. Я же просижу несколько часов. Это вообще мой любимый челлендж. Я так хотела этот челлендж сделать и как раз на видео. И, может быть, я буду плести. Ну, я, наверное, не буду, но я сказала, может быть. Буду плести вот эти мои цветочки. Если что, я вам покажу. Вот я думаю, что я, наверное, освобожусь в 10, если не в 9. Просто понимаете, как бы у меня... Ой, часики. У меня как бы время... Ну, как бы я должна, во-первых, поужинать, так как я еще не ужинала.
понимаете? Я просто все время это подготавливалась, как бы к вот эту челленджу, там вот себе вкусняшки взяла. И мы сходили в магазин, мне купили вот такие вот цветы из пайеток. Я там как раз вкусняшки в магазин покупала. И поэтому ушло много времени. Так еще и уйдет немного времени, чтобы я помылась. И не, а то, что я потом буду вторая в 12 часов, да? Нет, конечно. И поем как раз. Это займет где-то 2 часа там. Ну, примерно, это еще и примерно говорю, если не больше. Но я думаю, что даже меньше. Но все равно я включусь. А сейчас я пока буду проводить время с вами. Да. Я думаю, видео будет долгим, но я, наверное, даже его поделю на части. Я не знаю, но потому что если уже я снимаю чуть ли не 20, уже да, 20 с чем-то минут, если даже не больше, то я даже не знаю. Наверное, да, я разделю на части видео, но я не знаю. Так, и у меня будет вторая часть, я посмотрела, будет вторая часть, то есть они будут прям идти подряд, две части, то есть два видео. Как бы просто я посчитала, как бы они будут такие долгие, так как я буду разговаривать с вами, показывать, что я буду делать. Это будет так долго. А жаль. Ну ничего. Поэтому заканчивается первая часть. Подписывайся на мой канал. Ставь лайки. Лайки. Если ты хочешь узнать продолжение, что же со мной случилось, то подпишись на канал. Всем пока. Пока.